Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня мы играем в субботние мини-игры. Всем привет. Да, и мы играем в One in the Chamber, если я помню, так называется этот режим. Меня уже, кстати, один раз убили. Я пока еще никого не нашел. А нет, вижу кого-то, вижу. Да, давай сейчас тогда сначала друг друга не будем бить, будем пока... Блин, я... Ну да, Тима. Блин, я лук свой прокакал. Стрелу свою. Ай, забирайся, сволочь. Тут столько стрел, столько стрел. Ай, тут сейчас не тут атакуют. Вроде бы это все изглинт. Ой-ой-ой. Опасный парень, опасный. С луком. Видимо, стрела есть. А что это рестон дает? А, ну это показывает как бы твои жизни. А, все, вспомнил. Я давно уже не играл. Даже вообще не играл. Видел. Так, меня сейчас. Да, блин, стрела не поднимает. Сзади. Все, я стрелу профукал, теперь жопа. А я какого-то парня нашел. Ай, блин, у него лук. Спасибо, сейчас я его забью на мясо. Эй, вода, не шутите больше. Убил, на мясо. Убил. Ай, сволочь, у него стрела была. Блюдок. Ой, кстати, я вижу, подожди. Я зайду к тебе. Вот, я зайду. Нет, не попал. А, все, бегаем. Сейчас я попаду, постараюсь. Да. Ай, блин, как я мог в блок попасть? Гол его с мяча, короче. Да. Тут, если ты стрелу профукаешь, вообще нету смысла даже ни чувака бежать, у которого лук есть. Блин. Во, смотри. Как так? Да, вот это бред конченый. И с мяча как-то вообще тут вдвоем нападают на одного бессильного человека, который теряется в пространстве просто так. Так, я вообще ни одного не убил. Да. Так, я пока что четырех убил. Чё? Чё за... А, меня уже убили, меня уже слили. Ай-яй-яй, блин, я так стрелу профукать, это вообще, это только я так умею. А, ну я сейчас на тебя. Да, вообще нечестно. Что за профессионал такой? Да тут крысы, они не профессионалы. ПшНые бойцы! Да как? Я ему в ногу попал. Ну почти, ладно, вот около блока прям. Иди нафиг. Сейчас забью на мясо. Да, я забил, я все, я убил. На мясо, короче. О, еще одного парня. Да. Снайпер. Я же. Я попал ведь. Честно. Все, тебя слили уже? Или нет? Нет, у меня еще две жизни. Блин, опять промазал, да? Вот стрела вот. Да, все, тут чувак уже выиграл. Ну, блин, еще что ли? Играем или. А, ну да, давай, в принципе, на паузу, потом еще. Окей. Так, и вот уже вторая карта. Да, второй раунд. О, это конченная карта. Портал вроде называется, или что-то такое. Ох, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй, нечестно, я в него хотел попасть, нечестно. За меня всех убивают уже. А, да, чё знакомый я. А, я тут был. Я не играл, но я был. Ай-яй-яй. Кто такой жестокий? Иди нафиг. Ефига себе, парень мне снес где-то. Три хала снес, не мог убить вообще. Ух, как я двоих заснайперил. А, нечестно. Стив конченый. Так. Я троих вообще сразу с лука так убил. Красиво. Ну сразу два Да. Это вообще бред. Да. Как я не смог его. Бред, это вот бред. Вот настоящий бред. Я только зареспался, и меня уже сразу убил. Ой, кстати, бред. Харе меня крысить. А. Давай, сволочь, поднимайся, ублюдок. Да все. Эй! Нечестно, блин. У меня последняя жизнь. Ну зашибись. Убил. Ладно, я пойду сейчас к тебе, буду за тобой спустить. Че, тебя уже слили? Да, короче, я в одном и том же месте спаунился, у меня один и тот же парень убил. Да, бывает. Красный там какой-то. О, я видел, ты убил кого-то. Я за тобой иду. Еще двое. Да, ни хрена. Я ему сейчас морду набью. Да иди! Ах, Капитан Америка. А, все, меня уже слили. Кстати, ну, в принципе,
убил нормально. Да, но иногда, иногда реально бывает такая фигня. Вот Крисос стоит на одном месте, ты просто спамишься на одном месте, он тебя подряд так с лука убивает, стрелу себе возобновляет, опять убивает, и да. Ты убил восьмерых, а я убил двоих. Ну, хоть что-то. Но по сравнению с тем, что я играл, появился около крысы, это еще ну, нормально. Да. Нечестно. Нечестно так, то, что тут респаун такой конченый и крысы. Ну да. Ну, кажется, по себе такая хорошенькая. Ну да, прикольно. Так, сколько там еще? Ну, в принципе, что, можем уже в лобби выходить или... Ну да, можно. Там хаб прописывать вроде. Да, вроде так. Или, да пофиг, сколько там еще киллов осталось? Два, вроде. Я вышел. Так, ну ладно. Вот, 71 токенс. Ошибись. Ну что, в принципе, давай на паузу нажмем, продолжим в следующем раунде. Окей. Итак, третий раунд. Самое эпическое начало. Не, крысы, не надо быть крысами. Давай вдвоем. Я ей не успел. О, как меня эта игра бесит. Все, никогда вообще в нее играть больше не буду. Эй, двое на одного нечестно. Вроде шансы всех одинаковые, но что-то такой дисбаланс чувствуется, что сдуреть можно. Все, я тут парня АФКшник убил. Мне можно. Эх, вот не попаду. Да че, бежать не могу-то быстро. Ай, иди сюда. Да. Тут это или уже такие задроты тут, которые в воздухе с разворота просто килл делают непонятно как. Опять такая же хрень. Читы. Батька чит, короче, тут. Стоит чувак, да, Стив. Со скином Стива. Я его бегу за ним где-то полчаса. Бью его. Бью его. Ай, все убил. Отлично. О, Стив, привет. Так как, Стив, зачем ты убежал? Ты. Вот я за этим Стивом гнался где-то секунд 15. Он, короче, целится в другого игрока. Я его бью где-то два раза с мяча ударил. Он просто разворачивается и такой спокойно себе в прыжке с разворота убивает меня с лука. Ах ты сволочь. Тихо. Это что за звуки? Чё? Ну что это за хрень? Бесячий режим, такой бесячий. Да вообще не то слово. Я играю 2-3 раунда. Все, идите нахрен, меня уже слили, прикинь. А у меня еще 2 хила осталось, 2 хила. У меня две стрелы. Эпик, бачка, эпик. Да. Как я мог промазать? Я попал. Фу, с каких я слил-то уже? Боже, кто вообще это. Кто этот режим придумал? HMC. Наркоманский. Не знаю. Для кому-то он нравится. Но мне так у кого вообще слабая психика, и советую вообще просто не играть в этот режим, так как я 2 раунда поиграл, все, у меня уже такие нервы, что сдуреть можно. Так, ты уже слился, да? Да. Тебе нету хп. Так, а я. У меня еще пока 2 рестона осталось. Тут, короче, играют 3 вида людей. 3 типа. Знаешь какие? О, ядрот. Нет, 4 типа, во, да, как раз задрот, которые тут с сутками задротят и уже с разворота могут убить с лука с расстояния там пару километров. Второй как? Второй тип это, наверное, везунчики такие, которые вообще просто не знают, куда стреляют и попадают в людей. Третий тип это вообще крысы конченые, которые целую игру стоят на одном месте. Четвертый тип это вот такие люди, как мы пытаемся что-то зайти, поиграть нормально, поубивать и играем против первых 3 типов. Ну, все, да. Давайте, короче, на этом закончим. В принципе, в этот режим все, никогда больше не буду играть. Бесячий режим такой, что сдуреть можно. В принципе, все, давайте на этом закончим. Если хотите участвовать в субботних мини-играх, то оставляйте заявки в специальной теме в группе ВК. И, в принципе, сегодня мы играли с Игнатом. И все. Ставьте лайки, всем удачи, всем пока. Пока, ребят.